Привет! Это новый ролик, и сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. И сегодня мы играем большой матч в Москве. Нас пригласил Бустер. Спасибо. Здорово. Пожалуйста. Шоу-матч большой, шоу-матч против стримеров, а мы, понятное дело, ютуберы. Мой состав у вас на экране, но сейчас состав самого Славы. Посмотрим, что у нас получится. У них в команде очень серьезный игрок, это мистер Дося. Который, судя по всему, сейчас пытается угнать мою машину. Он вылазит с этого. Смотрите, это очень серьезный момент. Смотрите. Вот, против него мы будем сегодня играть, поэтому я думаю, что будет очень серьезная ситуация, очень много продакшена, будет комментатора, будет много камер, как настоящий турнир. Поэтому давайте приступать. Думаю, будет очень классно. 30 тысяч лайков, спасибо большое всем, а мы приступаем. Камеры на меня. Сегодня я в центре внимания. Расскажи про шансы команды вообще против соперника. Интервью, что ли? Ну, мини-мини. На серьезном лице или так? Ну, как хочешь. Шансы велики. Поподробнее, пару слов. Наши шансы очень велики сегодня победить в поединке. Последний. Давай минус оверпас. Давай минус. Какой? Минус вертика. Гол трейн. Да, давай. Уже после трейна вообще похуй. Мираж. Мираж? Да. Минус нюк. Давай последний. Последний ферм. Да, все. Карты, ребят, смотрите, каким образом разложились. Ебать, первая карта – Куфрейн, вторая карта – это Мираж, третья карта – это нормальный пик, хороший, разведенный. Все, удачи, пацаны! Да, еще добра. Ну что это за кулачок, блядь? Го право. Давай. Блядь, меня зарезали, пакета нахуй. Да. 2-2 ситуация, да, получается. По КП все, в принципе, одинаково. Минус 50 дал. Минус 50 дал. Блядь, нормально. Тен. Он нас дает. Бегут зелен на пальцы. Может, ты убил Дойси, бро. Раунд выигран. Поп. Верхнись у меня. Пошли. Ой, здесь. Пошли бы. Каленый, у меня хер. Нормально. Это моя любимая позиция, где играет Дося. Он забирает фандера. Это хороший размен, потому что два лидера двух команд на этой карте встретились, и один из них вышел победителем. Я пошел уже. Сотка пошел. Сейчас под коннектор будет. Кон идет. Хавай. Все нормально. Так и задумалось. Это все хорошо. Я нихуя не понимаю, откуда вообще звуки сходят. Тормозай. Ладно, сразу уже 4-3, между прочим. Я что? А, нет, склона? Я не знаю, откуда. С линии вроде. Погнали, погнали, погнали. Хорошо. Сотка. Убил эту сотку. Могут оволнуть. Сейчас каравай встречается с мегараж, забирает его. Каравай, минус 2. Смотри-то, пушечка-то себя отработала. Нычки справа. Да. Их там двое. Еще. Это не он был. Фандер. Собака. Еще за желтым. Найс! Да, блядь! Посмотрите, пожалуйста. Три хп у него. Они забирают второй раунд подряд. Разыгрались, собрались. Блять, я долбаю. Бля, я не понял. Сука, мы ж воровать не нахуй, где пакет, блять. Оу. Спина, похоже. Да. Прошел электро один. Здесь КП электрик, здесь КП. 5 хп у него. Олаф.
Побольше 3 хп было, ну ладно. Еще один. На! Авикон, авикон. Лёха, аккуратно. Ты че, ёбнулся, блядь? А я вышел. Вау, у меня прям комп в говне сейчас. Ну, посмотри. Да, да, у меня то же самое. Вроде один здесь где-то, и второй где-то у попа. А вот. Вот слышали? Это было близко, ребята, было близко. На Сапсане 4 часа хуяли. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что, вот очевидно, какие-то вещи не сложились для вас на первой карте? У тебя есть четкое понимание? Крим карты, конечно, очень не сложился. Абсолютно не сложился в нашу сторону. Неудобный был, да? Неудачный абсолютно пикбан. Как ты думаешь? Брат, как замотивировать вас, чтобы вы нас разъебали? Надо как-то вас подъебнуть? Подъебни, подъебни. Начинается трэш-ток. Ребят, это вам не ролики записывать, блядь, на YouTube, понимаете, нахуй. То есть все дело в том, что это лайв-трансляция, лайв-трансляция, руки начинают немного трусить. Нет, все дело в том, что это просто сложнее. Это сложнее. Ну, типа, когда ты ролики записываешь на YouTube, замбай. А, то есть если вдруг, типа, промахнулся такой, короче, ничего, я перезапишу. Короче, не важно, как это подъеб, да? То есть он еще должен разозлиться, я как бы жду противостояния нормального. Как ты думаешь, нормального. Будет ли им сложнее на второй карте? На Мираже, конечно. Во-первых, мы сейчас пойдем пописываем. Это... уже какой-то плюс идет. Во-вторых, карта меняется на более нормальный. Миражик туда-сюда, блин. Вот это нормальное противостояние. Я думаю, раундов 8 точно уже возьмем. То есть это только за первую половину. А там уже дальше туда-сюда. И мы спетляем. Нормальный счет будет на второй карте, я думаю. Ясно. Короче, на второй карте шансов у них практически нет, на твой взгляд. Я так не говорил. Их 4... А, их 5. А пятый наверху. Лёху! Спасай Лёху! Чем здесь? Ну раз Б можно очень быстро. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри на него. Ты куда? Что он делает? Еще зик. Двое зик. Пойчеки, брат. Буду. Хорош. Да и шо, отвалился за круг двоих. Хорош. И Тетрис один. Нормально. Поехали вы, теперь поезжает Вова. Тут надо... вовремя реабилитироваться. 0-2-8 там уже у нас. Соответственно, счет. Так, это что, быстро раунд закончится или что? Я немного не понял. Слава Кришна! Попытался. Вы собрались, пацаны, ебите в жопу! Что сделать? Фандер, минус каравайт, вообще тут уже все, ситуация 5 в 1. Уже 100% раунд для Атрунави. Я пойду отобру. Бэпсы. Хорош, найс. Nice. Хорош. Вышел яма. Видишь? Вышел. Ой-ой-ой. А вот здесь смотрим. Вот здесь смотрим. Делают уже 2 килла. Понял. Да. Оооо. Добро, зайди. Очень красиво было. Вот это было очень круто. Мне кажется, красивую игру. Вот это было очень круто, да. Лил, дайди гонт. Убил яму, если что. Один мид, ребята. Яма еще один. Он вышел. Второй. Пиздец сложно. У нас сейчас по балансу 3-5. Да, уже даже 3, 2. А, уже даже 2 в 5. Судя по всему, это раунд будет за командой Трунави. Яма последняя. Пацаны, Нави сегодня с 11-4 закомбейчили. А у нас какой ник? Закрой, ебало! Пожалуйста. Машина. Хорош. Шорт. Стой.
Найс. Что это? Не убивают? Охуеть, легенда! Все, погнали! Легенда! Убил яму. Еще один вроде. Да. Лас рядовый, брат. Двое шорт. Спасибо за наш. Закончился наш снова победой Team Booster. Как думаешь, что пошло не так, а что было хорошо, что было плохо? Слушай, ну вторая была уже получше, чем первая. Много раундов, но, конечно, мы чутка были в говне все эти игры. Тебе скажу, мы наблюдали из пультовой за всем происходящим, мы искренне за вас болели, и мне кажется, там несколько моментов, когда мы подумали, что, ну все, камбэк сейчас. Мы прям все держали кулачки максимально. Как думаешь, чего не хватило? Чего не хватило? Наверное, нашего тимплея. Вот так вот. К сожалению, это уже второй Алан, который записываю в формате спидран. Очень грустно, какой-то тильт. Очень меня бесили некоторые моменты. Компьютер очень сильно лагал, и я не мог играть. То есть у всех игроков это было. Я просто не говорил в эфире. Сейчас моя задача — это как-то вернуться. Мне нужно вернуться на белую полосу, поэтому... Спасибо большое всем, кто смотрел. Я честно, у меня сейчас такая ситуация в голове, что я не знаю, публиковать этот ролик или нет. Я очень жестко тильте. Я час настраивал этот компьютер. Он два раза вырубался во время игр. Я не записывал микрофон. У меня микрофон вот к студии, но он просто не подключен был к USB, потому что нет порта для USB. Спасибо большое всем за поддержку. Ребята, я надеюсь, я верну форму. Ну, честно, ну это вообще бред. Спасибо большое каждому. Всем пока, и тут слева ролик на экране, можете посмотреть, советую, он интересный. Надеюсь, что это тоже было интересно. Пока.